Всем добрый день! Сегодня с вами снова я, Елена. И сегодня хочу приготовить тесто на рассоле. Смотрите, помидорчики открыли, начали уже есть. Ну, почему бы не приготовить и слоечки? Значит, для рецепта я взяла 200 мл рассола помидорного. Здесь уже и соль, и сахар, уксус, все-все есть. Замешиваем быстро, прям сразу вилочкой. Полкило муки. 100 миллилитров растительного масла. Вот так прям вилочкой, быстро-быстро. И добавляю 30 грамм водочки. Все. Из этого теста получаются даже чебуреки, слоечки с картошкой, с капустой или просто язычки сахарные. Сейчас я быстро домешаю это все на столе. Сначала вилочкой такие хлопушки поделаю. Все, до последней крошечки собрали муку. Вот такое мягкое тесто. Пусть полежит, отдохнет, а я пока посуду помою. Тесто отдохнуло, а дальше лепите, как вам позволяет фантазия. Трубочки готовы, все как смогла я их нарезала, свернула. Теперь подогреваю сковороду с маслом и буду пережаривать. Бросаю кусочек теста, проверяю масло, все хорошо кипит. Можно опускать наши вот такие вот букетики. Вот так они раскрываются в масле, будут хрустящие, слоеные. Я по чуть-чуть буду зажаривать до золотистого цвета, а эти ждут свою очередь. Вот такие слойки на рассоле у нас получились, не знаю, то ли цветочки, то ли розочки, то ли осьминожки. Придумайте, пожалуйста, название им сами. А я чуть-чуть посыплю сахарной пудрой, чтобы это было более красиво, как снежок. А какие же они вкусные! Вот попробуйте, приготовьте тесто хрустящее. Знаете, раньше еще хворост называли. В общем, пишите отзывы, комментарии. И как обычно, мои любимые, приходите завтра.